Телевизионный проект «Три четверти», посвященный 75-летию Алтайского края, вместе с Дмитрием Негреевым продолжает знакомить вас с памятными местами Барнаула. Иных уж нет на карте города. Яркие моменты истории других звучат из уст барнаульских старожилов. Там, где были третьи, давно сменились вывески. В наши дни информация о них обобщена в книгах, архивах, в музеях. Но часто ли мы находим время, чтобы просто полистать, посмотреть и даже узнать что-либо новое? В рубрике «Три четверти» лишь некоторые яркие ностальгические моменты эпох, рассказанные нашим современникам, неравнодушным к истории. А вот в этом зеленом доме было известное кафе-мороженое «Петушок». Кафе было детское, но там собирались и взрослые, в том числе выпивали. И в 80-е годы, во время перестройки, это было одно из любимых мест местных молодых поэтов и писателей. Они там проводили свои мероприятия. В виде творческих вечеров? Ну, в виде неформальных творческих вечеров. В 70-е годы, я помню, я в школе учился, открыли детский кинотеатр «Пионер». Ну, там были какие-то и такие не детские фильмы шли в вечернее время. Но вот утром и днем шли детские фильмы, и билет стоил 10 копеек. Хаты кривые роет, подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Там был буфет, фойе такое большое. В фойе висели обычно какие-нибудь детские рисунки. Ну, по слову, детский кинотеатр. То есть там серьезно все было. Спустя 90 лет с момента основания кинотеатра «Пионер» здание, которое, к слову сказать, раньше было клубом для работников ОВД, снесли. На его месте строят культурно-развлекательный центр. А вот рядом здесь гостиница «Алтай», построена она как кинотеатр «Родина», тоже была, по-моему, в 41-м году. Часто очень в этой гостинице селили артистов театров, которые приезжали на гастроли, и музыкантов, которые приезжали на гастроли. И вот иногда летом, когда окна открыты, например, можно было услышать, как кто-нибудь репетирует, там, допустим, играет на трубе. С одной стороны, это было, конечно, не очень приятно, потому что мешало спать. Но с другой стороны, вот такая вот какая-то интересная нотка, которую вносила в жизнь эта гостиница. Итак, мы продолжаем. Уже в следующей серии вы узнаете, где должен был расположиться в начале 90-х диагностический центр, кто строил здание на Ленина 25, и как называли памятник Ленину, расположенный напротив иностранцы? Все это в проекте «Три четверти». Не пропустите.